Сегодня мы запускаем новый сервис от CNC School – NC Player. С помощью этого инструмента вы сможете просимулировать подготовленные для упражнений управляющие программы для станков ЧПУ. Давайте рассмотрим этот сервис подробнее. С левой стороны можно увидеть файл с управляющей программой. При наведении на любую строку – объяснение действий при выполнении этой строки станком ЧПУ. Обратите внимание на то, что данная УП была создана для системы ЧПУ FANUC 0 AMC. Чтобы начать симуляцию, нажмите на специальную кнопку верхней части плеера, либо на кнопку Play под видеоплеером. Кроме этого, используйте и другие функции для остановки видео, а также перехода в начало. В нижнем блоке мы можем увидеть объяснение при выполнении активной строки УП, модальную информацию в группах подготовительных кодов, а также актуальные программные координаты начальных и конечных точек при перемещении. Итак, запустим процесс симуляции. При воспроизведении видеосимуляции в плеере в левом блоке отображается строка программы, которая в данный момент выполняется. Вы можете нажать на любом месте в плеере и отобразить активную строку, либо нажать на строки управляющей программы, и симуляция автоматически перейдет на нужный блок в УП. Если ваш браузер поддерживает интерфейс Picture in Picture, вы можете открыть симуляцию в отдельном окне. В данный момент мы рассматриваем англоязычный интерфейс сервиса. При необходимости измените язык в верхнем меню, нажав на нужную иконку языка. Все объяснения и подсказки будут отображаться на других языках. Кроме функции симуляции управляющей программы, вы можете перейти на вкладку построчного объяснения кода . Здесь будут отображаться все коды, которые являются модальными при выполнении этих кадров. Данная вкладка называется «Модальная информация». В нижнем блоке перейдем на последнюю вкладку «Объяснение» и деталь «STL». Здесь в блоке управляющей программы вы можете детальнее изучить, что именно выполняет каждое из слов, адрес и значение в управляющей программе. При необходимости вы можете отключить подчеркивание строк. По центру отображается краткая информация по выполнению команд, которые изменяются в УП, а также в каких блоках управляющей программы изменяется модальность в группах подготовительных кодов, а также FST-кодов. При нажатии на ссылку «Показать деталь» модель в формате STL после обработки загружается для просмотра. Вернемся к симуляции управляющей программы и перейдем повторно на выполнение STL-файла. Нажмем «Показать деталь» и загрузим модель в формате STL. Модель в STL после обработки загрузится для просмотра. Используйте мышь либо сенсорный экран для придания нужного вида. Для перехода назад в плеер симуляции нажмите «Симуляция УП». Возникли вопросы с использованием сервиса? Напишите нам в чате, если мы онлайн, или заполните форму с указанием вопроса и отправьте.